кафедра диагностики внутренних болезней Саратовского медицинского института. Ее коллектив, руководимый профессором Эммануилом Шиваховичем Халфиным, в содружестве с группой инженеров во главе с Алексеем Алексеевичем Шибаевым, работает над созданием автоматической системы лечения больных инфарктом миокарда. Электронно-вычислительная машина «Саратов» производит 150 тысяч операций в секунду. Она непрерывно оценивает все данные состояния больного. Данные эти автоматически печатаются или передаются на телевизионный экран. Система оснащена специальным табло, средствами звуковой и световой сигнализации. Включилось табло. Это значит, машина вынесла решение о срочной помощи больному. Электронный консультант, приняв по телефону электрокардиограмму, поможет и больным в других клиниках, и даже тем, кого приступ застал дома. В недалеком будущем первая очередь системы, разработанной саратовскими учеными, вступит в строй.